На телеканале «Беларусь 4 Гомель» новости спорта, в студии Максим Савин. Здравствуйте. Разгром в Слуцке. Футбольный клуб «Гомель» во втором туре чемпионата Беларуси одержал крупную победу. На выезде обыгран Слуцк. В 68-й минуте хет-трик оформил форвард гомельчан Руслан Болов. Почин партнера по команде поддержал полузащитник Виталий Квашук. В оставшееся до финального свистка время он трижды поразил ворота хозяев поля. Крупная победа зелено-белых 6-0. Мозырьская «Славия» во втором туре своих болельщиков не порадовала. Полишуки дома уступили жодинскому «Торпедо» «Белас». На голы Букарачи и Абрадовича хозяева ответили точным ударом с пенальти Слюсара. 2-1 победа жодинцев. Фактор Дегтяренко. Гомельская команда ВРЗ в 24-м туре чемпионата Беларуси по мини-футболу на домашнем паркете обыграла «Литсельмаш». Голов болельщики на заполненных трибунах спорткомплекса «Локомотив» увидели предостаточно. К экватору второго тайма счет на табло был 4-4. За вагоностроителей забивали Шамлили, Мешка, Золотухин и Рогачев. У «Литсельмаша» два гола на счету «Жигалка». По разу отличились Гончаров и Воронин. Точку в матче на 39-й минуте поставил вратарь вагоностроителей Юрий Дегтяренко, присовокупивший к результативной передаче еще и гол. Свой очередной проход по правому краю он завершил не пасом, а ударом по воротам. Его визави Головнев оказался не готов к такому. 5-4 победа ВРЗ. Отмечу, что голкипер вагоностроителей отличился во втором матче к ряду. В 23-м туре он забил микошевичскому «Граниту». Подключение вратаря. Я думаю, что решающие ошибки были именно в этом компоненте. Не справились с вратарем, с подключением, получили два мяча. Мы к этому как бы и готовились, что будет такая игра тяжелая, потому что это игра за первую ступеньку в чемпионате на данный момент. Ну, выдержали и выиграли. Благодаря этой победе ВРЗ укрепился на первой строке турнирной таблицы. Гомельская БЧ в 24-м туре также победила. Обыграна территория 9-3. Железнодорожники на пятой строке. Светлогорский ЦКК, одолевший Брест 5-4, располагается на 10-м месте. Домашний триумф. Удачным для гомельской команды получился чемпионат Беларуси по боксу. Турнир проходил в нашем областном центре на арене Дворца игровых видов спорта. Первыми медали разыграли женщины. Без участия представительниц нашего региона прошел только один финал из 8 в весовой категории до 60 килограммов. 7 остальных поединков за золото принесли команде Гомельской области 6 наград высшей пробы. Ольга Степаненко, Юлия Панасович, Галина Бруевич, Антонина Аксенова, Анастасия Бушенкова и Виктория Кебикова победили. В мужских соревнованиях за золото сражались 8 гомельских боксеров. Причем 3 финала получились исключительно гомельскими в весовой категории до 52 килограммов. Победу оспаривали братья Эмил и Рамил Алиевы. Сильнейшим был Эмил. Владислав Смягликов в тяжелой весовой категории победил Александра Мельниченко, а в супертяжелой Виктор Чварков праздновал победу над Дмитрием Дорониным. Второй год подряд чемпионом страны стал и гомельчанин Вадим Панков. Он в финале победил минчанина Виталия Бондаренко. Боксировал, ну, наверное, уже бывшим лидером нашей сборной. Вот. В прошлом чемпионате я также одержал победу в финальном поединке. Сейчас тоже бой очень сложился, как бы непростой. Соперник очень хороший, очень опытный, очень достойный. Как бы с ним легкого боя не будет. Но победа оказалась на моей стороне. Вот. Я счастлив. Гомельские спортсмены порадовали родные трибуны. В копилке области 17 медалей, из них 10 – золотые. Но не только завоеванные медали – повод для радости. По итогам чемпионата Беларуси сформирована сборная для участия во вторых европейских играх. Галина Бруевич, Антонина Аксенова, Виктория Кебикова, Эмил Алиев, Вадим Панков и Владислав Смягликов в составе нацкоманды на главный старт сезона. Также в числе кандидатов в сборную – супертяжи Виктор Чварков и Дмитрий Доронин. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь 4».